Мир меняется с фантастической скоростью и диктует новые правила управления бизнесом. Касается это и железнодорожной отрасли. Поэтому цифровизация – приоритетное направление развития. Интеллектуальная система управления ремонтом – это бизнес-решение, в основе которого спрогнозированное техническое состояние оборудования и готовый план дальнейшей работы. Умная система управления ремонтами поддерживает принятие решений и работает с исходными данными телеметрии в режиме реального времени. Диспетчерская интегрируется с системой «Умный локомотив», откуда принимает данные по реальному техническому состоянию узлов. На основе данных предоставляется информация по прогнозируемому состоянию в виде вероятности отказа и остаточного ресурса. В онлайн-режиме отображаются зафиксированные дефекты в конструктивных элементах. В основе решения лежат прогнозные модели, построенные на математике и экспертных правилах. Они позволяют давать комплексную оценку технического состояния узлов локомотива за счет поиска перегрузок и сбоев в работе оборудования, прогнозирования индекса здоровья, оценки прогнозного значения параметра и фактического. Данное решение выстраивает систему управления ремонтами на основе спрогнозированных данных и реальном техническом состоянии локомотива, учитывая как внешние факторы, которые влияют на работу оборудования, так и внутренние. Прозрачность и надежность работы оборудования под контролем. Открытая микросервисная архитектура позволяет работать с большинством известных корпоративных приложений. Решение выводит оптимизированный график ремонтов и постановки локомотива на ТО. Позволяет отследить качество исполнения ремонтов. Решение успешно работает в ГК «Локотех», интегрируясь с решением «Умный локомотив». Интеллектуальная диспетчерская – это новая бизнес-модель управления производственными активами для ГК «Локотех».